6-летний ребенок был похищен из реабилитационного центра в Канавинском районе. Некий мужчина выманил его за ворота этого центра, забрал и увел с собой. Малыш, у тебя все хорошо? Все нормально. Давай, грейся, мы так рады, что ты нашелся. Весь город тебя ищет. К счастью, ребенку удалось спасти. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.